Ресницы на магнитной подводке. Всем привет, и как всегда для вас видео без лишних слов. Недавно я снимала видео про магнитные ресницы, но у многих возникли проблемы с надеванием данных ресниц. Наращивание ресниц также по ряду причин могут позволить себе не все, но есть идеальный выход из этой ситуации. Новый способ наращивания ресниц за 2 минуты без клея – это реснички на магнитной подводке. Как это работает? Да очень легко. Вы просто рисуете себе стрелку магнитной подводкой и прикладываете ленту ресниц. Сейчас поближе покажу, как же это действует. Для сравнения заказала два варианта ресниц. Первый вариант в компактной коробочке. Идеально подойдет как для подарка, так и для путешествия. Необычный дизайн. Открываем коробочку, видим реснички. И стоит потянуть за ленточку, как мы можем с легкостью добраться до самой подводки. Лента из натуральных ресниц, на ней три магнита. Вторая фирма ресниц в коробочке побольше. Для путешествий это уже менее комфортный вариант. Но зато в этом наборе большее количество объемов. Как видим, здесь три разных объема. Ресницы также мягкие и натуральные. Лента гнется очень хорошо. На ней находится целых 5 магнитов. По логике вещей, крепиться они к глазу должны намного прочнее. Как же будет на деле, скоро увидим. Также к набору прилагается специальный пинцет. Итак, как же крепятся эти ресницы? На чистой сухой коже рисуем стрелку благодаря магнитной подводке. Стрелка должна быть не сильно узкая, немного шире, чем сам магнит. Также контролируйте длину, так чтобы длина стрелки соответствовала длине ленты с ресницами. Нарисовав стрелку, даем ей время подсохнуть. После этого берем магнитные ресницы и прикладываем к уже нарисованной стрелке. По ощущениям это очень необычно. Кожа прямо притягивается к ленте ресниц. Быстро, без проблем, очень удобно и эффектно можно добиться эффекта нарощенных ресниц. Снимаются реснички также легко. Стоит их слегка подтянуть, как они снимаются. На видео отлично видно, как плотно прикреплены реснички к магнитной подводке. Также реснички мы можем снова без проблем надеть обратно. Стоит их снова просто приложить к стрелке. Надевать эти ресницы очень легко и быстро. Смотрятся они невероятно эффектно. Проверено на себе, держатся они супер прочно. Подводка водостойкая, поэтому дождя бояться не стоит. И всего за несколько минут вы получите эффектный выразительный взгляд. И как вы уже успели заметить, этот способ действительно работает. Очень быстро, легко и без особых затрат можно добиться эффекта нарощенных ресниц. Единственное, хочу заметить различие между двух фирм. Эта фирма мне понравилась намного больше своей подводкой. Подводка при нанесении на веко не вызывает абсолютно никаких дискомфортных ощущений. Также реснички к этой подводке крепятся абсолютно без проблем, быстро и очень прочно. Также эта подводка высыхает в течение нескольких секунд. Но проблема здесь одна – это наличие только одной пары ресниц. Поэтому, если вы хотите себе большее количество вариаций объемов, таких упаковок нужно заказать несколько. Что касается этой фирмы ресниц на магнитной подводке. Здесь количество пар ресниц больше, соответственно, и вариация объемов также отличается от первой упаковки. Но в этой фирме мне не понравилась подводка. Она меня разочаровала тем, что сохнет довольно долго. На то, чтобы высохнуть, уходит около 2-3 минут. И также реснички на ленте к этой подводке крепятся не так плотно, как в первом варианте. И при нанесении на веко я ощущала небольшое жжение, которое после высыхания пропало. Реснички я протестировала и проносила полный день. Ветром их не сдувает, подводка водостойкая, поэтому держатся они плотно до конца вечера. Единственное, когда я буду заказывать ресницы, в следующий раз заказывать подводку я буду с первой фирмы. Ну а реснички использовать со второй. Какие реснички выберете вы, напишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки. Главное, поставьте колокольчик сверху в углу экрана, чтобы не пропустить, когда же выйдет мое новое видео. Пока-пока!